четыре момента. Не скажу, что, пенальти был заработан, в общем-то, на ровном месте. Очень удачно заметил несомненный, хотя и не очень явственный, что ли, не бросавшийся в глаза фол защитника химчан. Судья Николай Иванов. А вот так первый мяч забил Кокорин. Один из самых активных у «Динамо» в первом тайме, во всяком случае, если говорить о движении. Затем вот здесь ошибка, считаю, Фернандеса. Сейчас мы об этом спросим у моего коллеги Константина Кенича. И Низамутдинов достаточно легко подрабатывает себе мяч под другую ногу, под левую, и бьет в ближний угол. Габулов не мог здесь выйти из ворот раньше, потому что у Колодина были шансы отвести угрозу. И вот Низамутдинов играет Буратино. Сейчас мы увидим еще раз эпизод с тем, за что выплачен пенальти. Вот смотрите, вот Ротенберг же держит рукой. Ну, правда же держит рукой, никуда не денешься. Киржакова не позволяет ему добраться до отскочившего мяча. И это пенальти. Киржаков сам его и реализует достаточно уверенно. А вот. Ну, а затем стандарт у ворот «Динамо» и совершенно необъяснимое...